Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Перед тим, як представити нашого гостя, знову ж таки, традиційно хочу наполегливо вас попросити. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і коментувати. YouTube-платформа 24 каналу прямує до позначки в 5 мільйонів підписників, тому мусите допомагати. Величезна кількість з вас дивиться, але не підписується. Тому, поки я представляю нашого гостя, робите всі ці три дії. Ну що ж, а з нами Юрій Рашкін, політичний і общественный деятель Соединенных Штатов Америки. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Большое спасибо за приглашение. Как всегда, и слава Украине. Героям слава. Юрий, хотел бы начать, наверное, с 9 мая праздника, который будет вот очень много внимания определяют именно на России. И сначала была информация, что на праздник к Путину приедет только президент Киргизстана. Но в последний момент стало известно, что также Токаев с Казахстана приедет и президент Армении Пашинян. Скажите, пожалуйста, почему так вот в последний момент они решили приехать и что это может означать? Это дружественный жест или это какая-то есть какой-то компромат или какое-то давление со стороны Кремля? Вы знаете, мы исторически наблюдаем, как разваливается вот эта система, которая 9 мая, самый большой праздник, все в гости к нам, в парадах, так сказать, должны присутствовать лидеры всего мира, как бы это же великая победа. Но Путину удалось как-то переиграть Вторую мировую войну и при этом ее как-то проиграть, потому что вдруг выяснилось, что наследники фашистской Германии, оказывается, достаточно успешно устроились в Кремле. И поэтому сейчас поехать на праздник 9 мая, это как бы, ну, выглядит вообще странно для мирового лидера. Это как бы приехать в Берлин, так сказать, после... Ну, это просто не совпадает с тем, о чем это была война, за что люди сражались. И это опять извращение истории, извращение великого пожертвования, которое принесли столько стран и столько людей, чтобы победить гитлеровскую Германию. А вот она, смотрите, теперь она в Кремле окопалась. И кто приедет теперь, надо будет разбираться, так сказать, смотреть, кто из них появится, кто из них не появится. Это интересно, потому что Рахмон, да еще один, так сказать, диктатор-царек соседнего государства, который так пальцем махал Путину, когда тот приехал на съезд их местных там государств и говорил, требовал, что больше уважения хотели от России, что же с нами так обращаются, как будто мы неважные. Ну вот, пожалуйста, вас пригласили теперь на 9 мая на Красную площадь. Распишитесь в этом уважении и приходите, если вам, так сказать, не страшновато. Угу. Такое ощущение, что Путину самому уже страшновато. Я не знаю, насколько это официальное заявление, что он там появится виртуально, поскольку у него такой плотный график. С Путиным никогда не знаешь, если это шутка или если это действительно так оно и будет. И на самом деле просто покажут, люди промаршируют мимо большого телевизора, на котором будет как бы, ну, это и правильная такая репрезентация всего этого режима, который существует, насилие штыков и пропаганды. Поэтому я думаю, что марш перед телевизорами – это просто такое идеальное подтверждение и показ того, что на самом деле происходит и кто правит там балом. Конечно, еще нужно понимать, что 9 мая – это вообще такой очень странный, очень советский праздник, потому что во всем мире, с одной стороны, союзники подписали декларацию, Германия подписала капитуляцию 8 мая, поэтому 9 тут как бы ни при чем. А после этого война, Вторая мировая, продолжалась. Поэтому то, что мы видим в Соединенных Штатах, вот бомбы, я не знаю, очень любят в России обсуждать ядерные бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Это же все часть Второй мировой войны. Поэтому что там празднуется 9 мая? Как-то как очень странный, непонятный праздник для всего остального мира. А кто там останется, кто там будет маршировать, кто еще не был уничтожен в Украине, какие старые танки они смогут там протащить на веревочке,
Да, это все выглядит как еще одна такая вариант Потемкинской деревни на параде. Они, так сказать, танки эти немыслимые, про которые говорили, что они там заглохли на Красной площади. Ну вот, вот чем они сейчас будут гордиться? Даже про танк «Армаду» уже как-то стыдно показать, потому что если это реальный танк, так почему его нет на поле боя? В общем, это просто еще одно доказательство того, как эта система не работает, как она зависит от идеологии и пропагандистских заявлений. Неважно выиграть или проиграть, а важно, чтобы парад прошел красиво. Та же битва на Бородинском поле, которая, в общем-то, знаете, большое такое событие историческое, выяснилось, что это тоже на самом деле был проигрыш. Так что тут как бы не важно, что говорит история, не важно, что говорит реальность. В России просто совсем другие правила. Кстати, если говорить о 9 мая, Юрий, а как вы думаете, вот, казалось бы, Лукашенко большой друг, союзное государство, и Лукашенко не будет на этом празднике России. Почему так? Может быть, не все так хорошо в их отношениях? Я думаю, что сейчас показаться на одной фотографии в одном экране с Путиным, даже если Путин на телевизоре, все равно говорит о многом и о том, как, так сказать, с кем, кто вам наши. Китая там не будет, хотя Китай вроде бы объявлял, что они теперь, у них невероятная дружба с Россией, но приехать на самый большой праздник в России они не в состоянии. Лукашенко, видимо, сделал свои расчеты и решил, что между беспилотником и вообще всем тем, что связано с Путиным, может быть, ему лучше там не появляться, а кто его знает, он отъедет, а в это время бац, и ему устроит какой-то переворот. У диктатора же всегда такое, знаете, как бы не гарантированное существование. Отлучишься куда-нибудь, а тебя раз, и кто-нибудь заменит. Особенно, когда непонятно вообще, что происходит вокруг. Поэтому у каждого диктатора, который приедет, будут свои причины, но в любом случае это будет парад диктаторов, потому что ни один демократически избранный лидер, видимо, близко не будет рядом с Красной площадью, поэтому если они хотят, значит, а теперь идет колонна диктаторов. Наши диктаторы с этой стороны части мира, этой части мира. Ну, вот так, значит, как бы тогда оказывается, что когда Байден сказал, что мы наблюдаем противостояние между демократиями и авторитарными диктатурами, то вот, вот так оно выглядит на большой, во время большого праздника. Появляются диктаторы, а демократических лидеров там и духу нет. А, кстати, как вы считаете, Юрий, а Путин все-таки вот этот ордер на его арест международным уголовным, да, судом, он как-то повлиял на Путина? Вы считаете, он реально теперь боится куда-то лететь, даже, казалось бы, дружественное государство? Знаете, учитывая, что даже Южная Африканская Республика, которая в какой-то момент думала, что им вообще они даже... Президент их там, кажется, сказал, что, возможно, они выйдут из криминального международного суда, чтобы Путин мог к ним приехать. Пришлось отозвать это заявление и сказать, нет, нам все-таки придется, мы будем продолжать находиться в этом договоре, и, значит, нам, возможно, придется его арестовывать. И, кажется, там даже оппозиция сказала, что даже если власть не будет, то оппозиция пытается его арестовать. В общем, там по этому поводу это становится все намного более сложно и неоднозначно, как, так сказать, или наоборот, более однозначно, потому что Путин хотел бы кататься по всему миру, а теперь у него появилось несколько стран, в которые он может заехать, и многие и некоторые из этих стран он даже не может приехать, потому что нужно пересечь границы других стран. А после того, что устроил Лукашенко с самолетом, которого он посадил, теперь, значит, ну, как бы это, теперь можно сажать самолет Путина, как бы он открыл эти ворота, так что теперь можно любому такие вещи устраивать. Мы видим, как Лавров летает там через Северный полюс, кажется, сейчас, чтобы попасть в Соединенные Штаты. Так что у Путина сейчас как бы все ему напоминают, даже если он не в состоянии признать реальность, что реальность все равно существует. И страны, в которых выдан ордер на его арест, потому что эти страны являются членами Международного криминального суда, им придется разбираться со своими избирателями, если появится Путин, и они его не арестуют. Поэтому я думаю, что давление сейчас и усложнение жизни для несчастного Владимира Путина происходит по ускоряющейся. Я думаю, что этот ордер на арест очень четко
дал каким-то, мне кажется, странную, возможно, причину не приглашать Путина, или причину объяснить, почему Путин не может приехать. Mm-hmm. Или, так сказать, он как бы у всех, ну, у нас, знаете, вот ордер на ваш арест выдан. Так что, извините, сэр, придется вам, так сказать, общаться и дальше из бункера, и дальше по видеосвязи. Так что, возможно, он боится оказаться 9 мая на Красной площади на людях, чтобы его, не дай бог, не арестовали свои же и не передали в Международный суд. А как вы считаете, Юрий, а реально в окружении Путина есть люди, которые, если можно так простым языком сказать, он уже надоел, и они хотели бы сменить? Ну, я не говорю систему, систему вряд ли могут сменить, но Путина так точно. Знаете, да, это становится действительно очень большим разговором, потому что, конечно, есть люди, которым надоел, есть люди, которым он очень мешает зарабатывать, продолжать свои, так сказать, обогащения. Но, с другой стороны, он является причиной, почему им удалось насобирать такие несметные богатства через коррупцию, через преступность. Все эти олигархи, они как бы обязаны Путину. И когда мы говорим про какую-то элиту в России, мне кажется, что элита в России сейчас — это Пригожин, это Кадыров, это люди, у которых есть своя армия. Если у человека нет своей армии, то, видимо, он не считается сейчас элитой в России. И какие там могут быть варианты, как, так сказать, кто его захочет схватить, кто его хочет... Ну, вот, с одной стороны, от вируса он сражается, сидя за длинным столом или в бункере. Дотянуться до него сейчас, видимо, тяжеловато, потому что, так сказать, ну, действительно, он прячется от всех, и непонятно, если он сам реальный. Я думаю, что это слухи о тех же двойниках и тройниках выгодны ему уже, потому что зачем хватать какого-то двойника, когда нужен реальный Путин. А тут непонятно, если это реальный или нереальный, поэтому раздувать всю такую всю эту идею, такую конспирологию выгодно ему же. Но вы правильно заметили, что, с одной стороны, одно дело заменить Путина на какого-нибудь другого силовика, там, я не знаю, Патрушева, Патрушева-младшего, Бортникова. Там есть как бы фамилии, которые могут, ну, и, так сказать, могли бы его заменить. Но это абсолютно не изменит режим и систему. И система та, которую сейчас мы наблюдаем в России, изменится только в результате какого-то катаклизма, который произойдет либо с победой Украины, либо с кровавым бунтом в России. И даже непонятно, если это может привести к изменению вот действительно смены того, как Россия существует. Россия существует так, как она существует сотни лет, если не больше. И чем больше мы узнаем об истории этой страны, тем больше мы видим, как, насколько она постоянно делает одни и те же трюки, те похожие преступления, правит через геноцид, через чистки, через коррупцию. Так что тут, я думаю, что можно Путина, конечно, заменить, но я думаю, что Запад будет очень осторожно рассматривать любые санкции, любые поблажки, которые можно будет, любые коврижки, которые можно было бы предложить, ну, просто потому, что Путина нет. Потому что, когда есть Путин, то невозможно завершить войну в Украине, потому что Путин отказывается даже думать в этом направлении. Пока есть Путин, невозможно снимать никакие санкции с Россией. Пока есть Путин, это все очень усложняет жизнь внутри страны, да и за ее пределами. Но вот мы как бы сейчас каждый день, поэтому люди проверяют, если он еще, так сказать, Путин сдох до утра или еще нет, как бы вот все проверяем, потому что он наступил на, как бы, на горло не только своей стране, но и очень многим людям, которые бы были бы не против продолжать зарабатывать. Ну, зарабатывать означает, что они работали. Получать большие деньги за то, что они сидят на правильном месте, в правильном кресле. И зачем эта вся война была просто не нужна. Но вот теперь приходится бежать впереди паровоза. Кстати, вот, Юрий, вы вспомнили, что уже много лет, сотню лет минимум, Россия не менялась, да? Она всегда одинаково. Можем ли мы провести параллели с Германией? Потому что мы прекрасно знаем Вторую мировую войну. Немцы тоже поддерживали Гитлера, его партию, но это был результат пропаганды. Сейчас Германия — та страна, одна из, после Соединенных Штатов, вторая страна, которая наибольше помогает Украине бороться именно с Россией, которая устраивает геноцид украинцев, Украины, и есть воплощением нацизма 21 века. Как вы считаете,
Может поменяться Россия, как поменялась когда-то Германия? Или это не тот вариант? Знаете, я не думаю, что это тот вариант. Я не думаю, что Россия – это та страна, которая способна измениться. Во-первых, Германия, Гитлер был у власти, сколько там, 12 лет. Это были ужасные годы, и используя германскую методичность, они очень эффективно и ужасно использовали эти 12 лет, уничтожив миллионы людей. Но после этого Германия была не под Гитлером, не под нацистами, не под фашистами намного-намного дольше. И произошло эта смена в результате опять, так сказать, катастрофы, которая произошла с Германией, и города, которые были, германские города, которые были стерты с лица земли и бомбежками союзников. И все это было как бы замешано на внешнем вторжении. Без внешнего вторжения нельзя гарантировать, что и Германия бы смогла найти выход на свет после той закваски, которую она испытала под Гитлером. Поэтому тут нужно было внешнее практически правление. А когда мы смотрим на Россию, во-первых, мы видим, что это не 12 лет, а, скорее всего, сотни лет, которые, так сказать, это поколение людей, у которых страх уже и страх, и доносительство, и вот это все выживание и отсутствие морального кодекса, это поколение людей, которые вот так живут и жили, и они как бы пытались устроить этот homo sovieticus в капитализме, но в конце концов выяснилось, что это все равно все те же люди, просто, скажем, без госуслуг, со свободным рынком, но все равно это оказались те же люди, что на самом деле очень плохо говорит о России до Октябрьской революции, потому что сейчас Россия как бы вернулась практически в царский период, но только без официального царя, и все равно полицейское государство, и все равно люди доносят друг на друга. А внешнее управление России – это очень дорогое и бессмысленное занятие. Даже если бы они сами пришли, скажем, в Европейский Союз и сказали, вы знаете, ну мы абсолютно не в состоянии управлять этой страной, не знаю, что там происходит, может, территория проклятая. Ну, может быть, вы в Европейский Союз хотели бы быть во главе России. Ну, так, ну, пожалуйста. Я думаю, что даже в этом случае это было бы ужасный провальный вариант, и Россию нельзя принимать ни в какие Европейские Союзы, учитывая, что одну маленькую Грецию с трудом переварили со всеми ее экономическими кризисами, то переварить такую страну, как Россию, ей нужно, ну, просто, во-первых, разойтись на более маленькие части, более управляемые изнутри части. А после этого, возможно, посмотреть на страну типа Грузии, в которой Саакашвили удалось много чего добиться за короткий срок, и понять, что можно добиться результатов, просто нужно, чтобы были лидеры, и нужно, чтобы была команда, и нужно, чтобы было меньше территорий, потому что Россия просто слишком большая страна. Мне кажется, что страна в том размере, в котором она находится, просто не имеет будущего, кроме как через железный кулак и на штыках, и репрессии, и вот таким образом, и опять мы идем по кругу. Поэтому России нужно потерпеть полное поражение в войне с Украиной, после этого через какие-то пертурбации развалиться, разойтись на части. И после этого будет надежда, что какие-то из этих развалившихся государств смогут найти вот этот, выйти из этого туннеля на свет, хотя некоторым это, возможно, не удастся. Посмотрите на страны из постсоветского пространства, которые сейчас, возможно, приедут к Путину на 9 мая, и вы увидите страны, которые так и не смогли стать демократическими за 30 лет. А вот вы, Юрий, заговорили о России и распаде России. Вы сейчас говорите то, чтобы было лучше для этой территории, то меньшее государство, с ними легче работать. Или все-таки вы верите и где-то как эксперт видите, что Россия все-таки не сможет держать эти границы? Я думаю, что вопрос реформ говорит не о том, что реформы, то есть вообще управляемость этой территории, и Путин это доказывает каждый день. Эффективная управляемость такой территории, в которой люди абсолютно просто пытаются понять, как выжить, как наворовать, как порадоваться сегодняшнему дню, и неважно, что будет завтра, это просто это рецепт для катастрофы. Насколько было бы лучше россиянам, если
если бы они оказались, на самом деле, так сказать, официально китайцами, это интересный вопрос, потому что, возможно, для россиян, как бы им, так сказать, не рассказывали, что вы же не хотите, чтобы было как в Париже, или как там-то, или как где-то, но, возможно, если бы в России было как в Пекине, или как в Шанхае, они были бы, на самом деле, не против. И тут и завоевывать ничего не надо, просто вообще они будут еще желать присоединиться, как свободная республика чего-нибудь там Дальнего Востока, присоединиться к Китаю просто из экономических и политических, возможно. Так что тут много может быть разных вариантов, которые могут произойти, когда эта страна начнет разваливаться, и удерживание границ. Но мы видим, что Россия не в состоянии контролировать ничего, даже воздушное пространство над Кремлем. Поэтому сказать, что они могут чего-то защищаться, или у них есть, могут быть какие-то ожидания, что они могут защитить свои собственные границы, я думаю, что они раз за разом, и на этой неделе уже очень эффективно доказали, что они не в состоянии защищать ничего. И это опять сигнал тому же Китаю и всем остальным соседям, что Россия может нападать на соседей, но защищать ни территорию, ни людей, ни государство она не в состоянии. Юрий, если вспоминать о том, что опять вышел на авансцену Генри Киссинджер, да, когда-то уважаемый госсекретарь, много сделал в истории, много к чему приклал свою руку, но в последнее время его заявления какие-то очень, мне выглядели, знаете, проплаченными именно Кремлем, потому что он всегда говорит о чем-то таком, ближе к Кремлю. И вот что сказал в интервью CBS News господин Киссинджер. Процитирую. «Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, что до конца года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорах, переговорных процессах и даже о реальных переговорах». Две вещи. Киссинджер говорит, что к концу года будут переговоры между Украиной и Россией. Что вы об этом думаете? И второе, что он говорит о том, что Китай вступил в переговоры. Насколько это серьезная информация? И насколько может Киссинджер владеть информацией, что Китай сделал какой-то качественный шаг в войне оккупационной России против Украины? Ну, во-первых, не будем завышать статус Генри Киссинджера. Одна из таких стандартных шуток, что он еще жив, потому что в аду его не хотят. Он как бы, у него очень долгая и очень controversial, очень, я бы сказал, отрицательная репутация. Он работал с Никсоном, что вообще является минусом. Он был очень завязан, так сказать, в войне во Вьетнаме, а также там бомбежки Камбоджи. В общем, он в Соединенных Штатах рассматривается как фигура со знаком минус. Но он при этом всегда как бы его как бы не любили, но уважали. И да, конечно, он был проплаченным, он есть проплаченный. Он как бы просто в этом смысле Илон Маск стал таким полезным, потому что Киссинджеру уже почти 100 лет, и его вообще трудно понять, что он говорит. Так что там, так сказать, свои проблемы. Но тем не менее, хорошо высказался Генри Киссинджер. Вообще, когда я посмотрел статью там по поводу его последних заявлений, и когда статья начинается с того, что вы думали, его уже нет, а он все еще жив, ну, как интересно. Хорошо, учитываем это. Так он делает какие заявления? Он делает заявление, что Китай примет участие в переговорах, и что переговоры начнутся. Тут на самом деле нет ничего нерезонного, потому что переговоры в какой-то момент должны начаться, и если будет успешная, и когда произойдет успешная, скажем так, летняя кампания или летнее наступление, к чему это приведет, после этого, я думаю, у России могут появиться какие-то желания и вопросы по поводу переговоров. Это, правда, означает, что, возможно, и Путина уже нет. Так что посмотрим, если Путин будет существовать, если Киссинджер заявляет, что Россия будет готова к переговорам к концу года, он что, этим как бы ознаменует, что Путина не будет к концу года уже тогда на сцене. А с другой стороны, Китай и Соединенные Штаты сейчас решили, по крайней мере, в администрации Байдена, решили попытаться использовать вот это все, так сказать, желание, которое сейчас Китай проявляет, стать миротворцем, чтобы каким-то образом найти пути общения с Китаем, чтобы разрешить ту ситуацию, которая сейчас у нас накаляется с Китаем, когда есть уже разные военные, которые заявляют, что мы можем начать
войну, и у нас будут военные действия с Китаем в течение следующих 2 лет или даже больше. Ну, где-то в районе 2 лет. Так что в такой ситуации нужно либо готовиться к войне, и что мы делаем, постоянно наращивая наш оборонный потенциал. Спасибо тому, что происходит в Украине. Нужно это. Мы были не готовы к такой затяжной войне, теперь мы готовимся, что, конечно, не то, что хотел Китай, но вот они получили. Так что мы как бы готовим себя. А с другой стороны, если можно избежать военного конфликта и можно найти общий, скажем так, проект, над которым можно поработать, в котором в данной ситуации можно быть мир между Украиной и Россией, и Китай вроде бы пользуется определенным влиянием у России, ну так можно найти, как, так сказать, использовать Китай и их желание стать миротворцем для того, чтобы найти какой-то путь к решению и окончанию войны между Украиной и Россией. Например, как заявляют советники администрации, в этом пункте в документе Китая есть определенные вещи, которые интересуют Соединенные Штаты. Например, территориальная целостность Украины. То есть означает отвод российских войск с территории Украины. Это устраивает и Соединенные Штаты. Или, например, что ядерная война недопустима. Это тоже очень важный пункт, который тоже очень интересует Соединенные Штаты. Поэтому тут мы будем видеть, по крайней мере, попытки от администрации Байдена найти какие-то общие платформы, чтобы мирно попытаться нас наладить отношения с Китаем. Но в конце концов надо понимать, что все, так сказать, что Соединенные Штаты и Европа, все считают, что эта война а, должна закончиться победой Украины, и б, только Украина может решать и решить, что такое победа в данной ситуации. Это не союзникам решать, достигла ли Украина победы или нет. Это Украине решать, достигла ли она того, что она готова назвать победой. Да, очень четко это сказано, потому что так оно и есть. Никто не может нам говорить, да, каким границам идти и какие территории освобождать. Юрий, если говорить о Китае, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что в первую очередь Китай интересует его интересы, да, и влияние в геополитике, потому что главный соперник – это Соединенные Штаты Америки. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что Соединенные Штаты и Китай могут найти какие-то общий язык. Насколько вы верите в то, что, припустим, к 27-му году, когда 25-27 год, когда многие говорят, Китай может начать войну за Тайвань, насколько реально то, что найдут какие-то точки соприкосновения, не только ядерный вопрос, не только суверенитет Украины, но и ключевые вопросы, которые бы помогли бы, чтобы Китай как-то был заинтересован, ну я не скажу в Украине, да, но чтобы война закончилась не поражением Украины. Я думаю, что особенно учитывая те временные рамки, которые мы сейчас обсуждаем, так сказать, не дай бог, военном конфликте с Китаем, это означает, что к этому времени уж точно нужно закончить войну в Украине, победой Украины, потому что поставлять то количество оружия и помощи, которое мы делали до сих пор Украине, и при этом еще вести военные действия с Китаем, может действительно как бы потребовать переориентировки нашей экономики на более военные рельсы, чем просто, так сказать, покупательская экономика, которая заодно еще делает всякие военные дела. Это просто потребует очень много от нас, как от страны. Поэтому, мне кажется, в любой ситуации, когда мы говорим о какой-то проблеме с Китаем, то это означает, что к этому времени война в Украине должна завершиться победой Украины. Насколько Китай готов, насколько Китаю вроде бы понравилось то, что с ними вдруг стали считаться на мировой сцене как со страной, которая может играть позитивную роль в дипломатических развитиях. Сейчас даже говорят, что Китай заинтересован в том, чтобы попробовать решить конфликт на Ближнем Востоке, на что им в Белом доме сказали «удачи». Пожалуйста, вперед. Мы тут уже над этим поработали, теперь вы поработаете. Поэтому у Китая есть как бы желание доказать, что они намного способны, что они великая страна. Великая страна участвует в мирных переговорах. Пожалуйста, посмотрим, насколько они смогут это сделать и какие, естественно, коврижки они могут с этого получить.
Потому что если ему удается добиться определенных успехов, то с ними нужно считаться. Конечно, одно дело, если им удалось добиться мирового соглашения между Ираном и Саудовской Аравией, когда ну, два диктатора нашли общий язык. Это ну, просто невероятно, как им так удалось. Но, по крайней мере, тут нужна была третья сторона, видимо, третий диктатор, который привел их вместе к столу переговоров, и они все втроем там договорились. Ну вот посмотрим, если такой подход может быть успешным в других странах, но это не тот подход, в принципе, который нужен для того, чтобы закончилась война между демократией, где лидер подотчетен своему населению, и авторитарной страной. Поэтому Китай может хотеть все, что хочет, и думать, что они могут все на свете, но в конце концов люди Украины, опять же, будут решать, что, на что они согласны, на что они не согласны. Но Китай сейчас будет и активизироваться, и им понравилось это. И почему бы и нет? Это, может, они войдут во вкус и достигнут большого мира на всей планете, и после этого мы будем просто счастливо экономически зависеть от Китая. Знаете, это, как бы, так сказать, я развиваю точку зрения, Соединенные Штаты все-таки очень нервничают о Китае. Только что сейчас генерал Милли должен уйти в отставку, потому что он провел свои 4 года главнокомандующим начальником штабов, как главный военный советник как бы президента. И вот сейчас каждые 4 года им нужно меняться, и тот, кто должен прийти на его место, Си Кью Браун, генерал Браун, который возглавлял ВВС США, это как раз специалист, который специалист по Китаю, специалист, который считает, что понимает, что Китай — это наша главная угроза. Поэтому, с одной стороны, так сказать, это прекрасно, что Китай решил заняться переговорами и дипломатией, а с другой стороны, мы продолжаем понимать, что это, что Китай — это самый главный стратегический соперник Соединенных Штатов, что бы по этому поводу не хотел думать Владимир Путин. А если говорить, Юрий, о пропаганде на России, вы, конечно же, слышали, все видели, что было покушение на одного из самых таких ярких украинофобов, пропагандистов, это Захар Прилепин. Машину подорвали, дальше непонятно, кто подорвал, или деньги замешаны, или даже какие-то там воры в законе, или, может быть, это за то, что он делал с Украиной и на Украине, но... Вы не считаете, что вот покушение на жизнь, это вот Прилепина, должна была бы немножко повлиять на других пропагандистов, как, таких как Скобеева, Попов, Соловьев и другие, и они бы немножко иначе начали говорить, немножко иначе начали бы думать и понимать, что и за ними тоже могут прийти? Я думаю, что это люди, у которых нет пути назад. Они должны идти дальше, проталкивать пропаганду Кремля. И хотя, конечно, они понимают, что теперь их жизнь под угрозой, и непонятно, насколько это произойдет после вот этой атаки на Прилепина, или если это произошло после атаки на Дарью, на убийство Дарьи Дугиной, которая тоже вроде бы там после этого, Симонян, кажется, говорила, что она там, у нее теперь телохранители. Но они не могут теперь сказать: вы знаете, мы ошибались. Украина — это прекрасная страна, мы убиваем людей, которые наши соседи, это все ужасно, наши военные творят преступления, все это была большая ошибка. Нет, конечно, они не могут этого сделать, они уже как бы одной, у них уже голова в петле не международного суда, так от Кремля, у них как бы они себя в этот угол, в эту петлю голову засунули и теперь должны продолжать еще более агрессивно, еще более активно. Скобеев должна свой голос еще более понизить и еще пытаться как-то погавкать и порычать, какие-то такие животные звуки, которые она издает. Это страшно, но эти люди, они же зависят от зарплаты. Еще к тому же. Им же никто не будет платить зарплату, если они вдруг станут рассказывать, что, возможно, они что-то сказали не так про войну в Украине. Нет, это старый пропагандистский трюк, что очень тяжело переубедить человека, когда его зарплата, когда его непонимание зависит от его зарплаты.
Поэтому переубедить Скобееву, знаете, мне как-то раз довелось оказаться у нее в программе несколько лет назад. Ну, я не пытался ее переубедить. Мне было просто интересно посмотреть, как эта кухня работает, что они там, как это выглядит изнутри. Но сказать, что вот такое какое-то, так сказать, реальное событие может повлиять на нее или на Соловьева, или на Симонян. Нет, они, я думаю, так сказать, свою душу уже давно продали, деньги уже потратили, и все. А то, что будет теперь впереди, знаете, непонятно, насколько это может, вот такие действия, они, конечно, эффективны, с одной стороны, потому что это, ну, запугивание пропагандистов, но, с другой стороны, мы, так сказать, поскольку в России нет ни журнализма, ни правосудия, мы не знаем, если это связано с тем, что, как вы сказали, что он сделал в Украине, или это сделал, связано с какой-то бытовой... Или, ну, представить себе, что такой человек, который писал такие ужасные вещи, который делал такие ужасные вещи, вел себя прекрасно со всеми людьми в его жизни, ну, я думаю, практически невозможно. Поэтому наверняка он перешел дорогу не одному, а многим людям, которым опасно было это переходить. И я не знаю, когда и в какой момент, из какого литературного, так сказать, сочинения мы узнаем на самом деле, что произошло. Но вот как у него была такая популярная пьеса, спектакль был, видимо, назывался «Отморозки». Ну, вот это коллекция отморозков. Один Прилепин, другие там Дугин и его дочь, и вся эта пропагандистская свора, которая будет рычать, а потом будет говорить, что это был приказ, что у них не было выбора. Выбор, кстати, был у Овсянниковой, которая вышла и что-то по этому поводу сделала, плакат поддержала, у нее были проблемы после этого. Сейчас она покинула страну. Я знаю, что это неоднозначная личность, и что многие с ней не согласны. Но по сравнению с Соловьевым или Скобеевой, вот им надо подумать о таких примерах и подумать, что у них еще можно, может быть, если Скобеева выйдет с плакатом, может быть, ей удастся еще как-то продлить свою жизнь. А иначе все выглядит очень страшно для них. Ну да, Юрий, но все же я думаю, так как вы сказали в начале вот разговора пропагандиста, что дороги у них назад нету. И все же думаю, что в аду не так, как вы сказали, как про Киссинджера, в аду их ждут. И очень им устроили там много места, потому что они каждый раз призывают убивать украинцев. Юрий, очень спасибо вам за этот разговор. Спасибо большое, вам всегда рад. Нагадаю, з нами був Юрій Рашкін, це є політичний і громадський діяч зі Сполучених Штатів Америки. Не забувайте, будь ласка, коментувати, підписуватись і ставити вподобайки. Кидайте посилання своїм родичам, друзям, знайомих, аби більше людей змогли переглянути нашу розмову. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24 каналу.